После того, как наша компания захватила весь галактический рынок сухих упрочнителей для бетона, попутно сея разум и новые технологии промышленных полов в отсталых цивилизациях и защищая нашу планету от экспансии злобных конкурентов, сотрудники нашей компании наконец зажили нормальной жизнью. Merhaba, Andrei Leonidis, Hyperlesos Adresse 17. Len Tenga Heimahalecha Sayabara. Bada? Андрей Леонидович, нам бы пылесос 317. Но очень надо. Клиент уже деньги прислал. Эй, пылесос Анел. Абрахамилала Линджан Никитин Ленга Бахая. Не, ребята, пылесоса я вам не дам. Иди к логистам, может у них чего-нибудь завалялось. Благородие, госпожа, удачи. Для кого-то добрая, а кому иначе. Девять граммов сердца постой, не зови, не везет мне смерть. Пылесоса 317. Так, срочно нужен один 317. И встать. Когда с тобой разговаривает менеджер отдела продаж. Для кого ты добрая, а кому иначе? Эй, бастер галахай мэнди, ай мэлахай. Ну чего, дали? Да ну, пылесосы у них не той системы. Why, in then again, I love to say, it's glad. Поздравляю. Отличный склад. Да, надо с ним поработать над техникой. Нежнее, Инна Евгеньевна, еще нежнее. Ну, по индивидуальной программе. Мне нужен Пабло Вячеслава де Лушано. Говорите мне, где он, или я вышибу вам мозги.
Эй, халя барусала хана лушана Павла. И давай на мозги. Нужен Павла Вячеслава де Лушана. Говорите мне, где он, или я вышибу вам мозги. Халя хама Паша. Ты не меня ищешь? Зови меня просто. Паша. Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime. А не ебать, добрый день должно. Говорил я, надо было меньше хлор метилкрилата лить. А кто мельмента F10 предложил досыпать? Сегодня в районе Васильевского острова зарегистрировано несколько необычных происшествий. Неизвестная науке субстанция зеленого цвета появляется в самых неожиданных местах, растекается по всем доступным поверхностям и затвердевает в течение 7 дней. Признанный лидер на галактических рынках саморастекающихся полов в компании Top House Beton воздерживается от каких-либо официальных комментариев, однако ведущий специалист этой компании, по ряду причин мы не можем назвать его имя, сказал нашему корреспонденту: «Надо было лучше мешать», что означает эта загадочная фраза, он не пояснил. Доброе утро, дорогие телезрители. Не хотелось бы начинать это утро с плохого известия. Но правительство Евросоюза в панике. Неизвестная зеленая масса, залив с собой все промышленные помещения и автобаны Европы, начинает распространяться по прилегающим территориям, оставляя за собой идеально ровную, блестящую поверхность. Уже уничтожены сельскохозяйственные угодья в графстве Суссек в Великобритании. Кто тот герой, который сможет остановить эту катастрофу? Взоры всего мира с надеждой обращены на компанию Top House Beton, которая уже неоднократно спасала нашу планету в критических ситуациях. И снова нашей славной компании предстояло спасти нашу планету, для чего и было созвано внеочередное стратегическое совещание, на котором был разработан проект сверхмощного лазеросинхронизированного трансклюкатора импеллерного типа, а также проект операции под кодовым названием «Зеленая миля». Модель трансклюкатора была моментально запущена в серийное производство на наших заводах в Малайзии. Одновременно с этим был создан объединенный отряд специального назначения.
This is Media Break. You give us 3 minutes, and we'll give you the world. Good morning. I'm Casey Wong with Jess Perkins. Планета ликует. Компания Top House Beton в очередной раз оправдала надежды всего прогрессивного человечества. Правительства всех стран выразили благодарность этим героическим людям. Здравствуйте. Президент Соединенных Штатов Америки на Совете Организации Объединенных Наций внес предложение присвоить титул «Почетный гражданин планеты» всем сотрудникам компании Top House Beton. Да. Вообще. Говори громче. Слушай, Сидарин не ел, кстати. Не-а. Ладно. Сидарин не ел. Смотри, мне нужен Павло, да Леону Павлушаву. Нормально, нормально, не важно, не надо кривнуть. Андрей, входи. Вот, правда. Ну, хорошо. А, что, вы уже снимаете? Нет, подожди, стоп. Смотри, включай. Мотор. Так, теперь. Наташка, ну не так. Кого? Да, они сами разобрались, нормально. Резкий наезд. Игра, так чем. Смотри. Да, хорошо. Ты уже сегодня не будешь, да? Давай, переворачивай и начинаешь по новой. Одновременно объясняешь, что ты на одновременно переворачивай. Игорь, смотри, пожалуйста. Вот, нет, вот, в сторону. Нет, вот сейчас смотри чуть вниз на плитку и посмотри так медленно, переведи голову на, ну, короче, на Андрея. Коллегу, на коллегу. А я у него, да? Нет. А это мы потом отдельно снимем. Ага. Так, Андрей, теперь ты. В камеру смотреть не надо, ну, просто так нет. Смотришь вниз. Камеры нет, да. На Игоря, да? И на Игоря, да. С вопросительным знаком, типа того, что да. Нормально? Смотри, что голова в тар... Франкенштейн. Доктор Каллигари. А, я забыл, я правда делаю. Итак, Павел Вячеславович, я все-таки предлагаю подумать и так вот безапелляционно уволить Паралина и Михайлова. Ну, индивидуально. Добей их, добей! Это было круто! Поехали!
Да что ты... Поехали! Да блин! Отлично! Юра, поехал! И все заслонил погрузчик. Нормально. Давай. Конечно. Если повернешь, то манка будет видна, тогда да. Да, все ничего там. Вот такой блинки бинок, как мы делали. Проговорил, потом дал тебе наушники, ты послушал. Да, нету мины. Нету, да, точно. А еще, вы знаете, мы хотели сделать вам один подарок. Очень такой редкий и немножко странный подарок, которого, наверное, еще никому никогда не дарили. Есть такая примета, когда с неба падает звезда, если успеть в это время загадать желание, то оно обязательно сбудется. Вот обязательно сбудется, и что бы ни случилось, оно все равно сбудется. Вот. Но обычно, когда вот выходишь летом, августовской ночью, смотришь на небо, думаешь о чем-то своем, вдруг раз, так, и звезда. Вот она пролетела, а никто не успел никакого желания загадать. Ну, покажите мне хоть одного человека, который успел бы загадать желание вот за такое вот время. Поэтому примета, в общем, абсолютно бессмысленна, но она, в общем-то, существует. Поэтому мы решили сделать вам вот такой вот подарок. Мы не идиоты, вы не подумайте. Мы сами вырезали ее из картона, сами нарисовали. Точнее, сначала нарисовали, потом вырезали. Вот. Вот такая вот звезда. Но ничего ж плохого. Плохого-то ничего. Вот. И при этом мы ее не бросим неожиданно. Вот я буду бросать, я ее неожиданно не брошу. Я даже досчитаю до трех. И у каждого будет время подумать, будет время сформулировать свое желание. И даже больше. Вот я сейчас дам вам еще 10 секунд. У вас у всех будет время подумать. Да мы и сами загадаем. 10 секунд. Раз. Два. Три.